Всем привет, меня зовут Алёша. И вы на канале Игротека. Сегодня у нас новый волчок B80. Один из неизвестных 8 штук. Кто нам попадется, пока мы не знаем. Откроем? Неизвестный. Да, неизвестный. И здесь это у нас все защитного типа волчки. А, биться будем мы Гигант Гая, Аматериус и Сприган Реквием. Крутые. Все крутые. Посмотрим, что же у нас попадется. Давай. Открываем. Крутой какой-то. И попадется. Ты думаешь, крутой? Так. Да. Давай. Посмотрим. Ножнички. Так, так, так. Ну. Какой волчок там? Я не знаю. Сейчас мы вот эту штуку разрежем и узнаем. Хопа. Кто это такой? Я хотел его. А кто это? Это у нас Exit Evil Eye. Это все верно? Очень крутой волчок. Крутой? А ты откуда знаешь, что он крутой? Потому что вот эти защитные. Это у нас тяжелый диск. Центральный диск. И смотри, как запакован у нас драйвер. Что там за драйвер попадется нам? Неизвестный. Ух ты, какой-то... Зелененький. Зелененький. Вау! Это как вот у этого. Ух ты, смотри. У него шарик, во-первых, вот он, да? Ага. И плюс еще, смотри, вот эта штука еще крутится. Вау. Прикольно. Он будет очень круто крутиться. Он будет очень хорошо защищаться. Давай приклеим наклейки, посмотрим, какой у нас с наклейками выйдет. Прикольный получился, смотри. И красивый. И красивый с наклейками. Собираем? Собираем. Ты им будешь биться, да? Да. Держи. Я буду... Начну. С гиганта Гая. С гиганта Гая. Играем до 7. Ну давай, попробуем. У тебя защита, да? Все, поехали. 3, 2, 1. Опа! Первый раунд ты победил. 2-0. Ты же говорил, что он самый сильный. В игре. А, в игре он самый сильный. Понятно. А вот видишь, на самом деле не самый сильный. Держи. 2-0. Посмотрим дальше. Поехали. 3, 2, 1. Вау, это твой? Это мой прыгал или твой прыгал? Твой. Мой чуть не выпрыгнул, да? И выпрыгнул уже. Почти, ну потом вернулся, самое главное. Так, 2-0. И... Один. Сейчас я, по-моему, вот, вот так вот, 4-0 на самый-самый... Мы выдержим! На самых-самых низких оборотах мой тебя смог разбить. Первый раз. Да, 4-0. Ну, посмотрим, что будет дальше. А следующие-то враги какие у него. О, тяжело будет. Давай, 3, 2, 1, все! Или следующие бои ты будешь играть за других волчков? За других. Так, 4-0. Что? Давай, Гигант Гая, разбей его. Разбей новый волчок. Как он называется? Я хочу, чтобы Exit Evil Eye. Ой. Ничья, да? Да, смешная. В самом-самом конце они крутились и разбились. Как-то странно очень. Ладно. Дальше поехали. 4-0 у нас остается счет. 3, 2, 1. Так, и... 6-0. Мне кажется, они несовместимы, они вот так цепляются и разбиваются. Что этот такой ребристый весь, что этот, да? Да. 6-0. Держи, я думаю, последняя битва будет с Гигант Гая сейчас. Потому что, скорее всего, он выиграет. Оп, упал мой. Проиграл. Нет, еще не успел. Давай, 3, 2, 1, все! Ой, мой...
8-0. Ты кричишь, я же сказал, будет 8-0. Круто! Я следующий бой другими. Понятно, я ожидал этого. Держи, забирай. И как же я буду выигрывать? А как я буду против него биться этим? Ты можешь себе вообще представить это? Ну, попробую. Буду очень сильно крутить. Поехали! 3, 2, 1. Ой! Очень сильно он продолжает крутиться за пределами поля. А с Приганрекком хоть чуть-чуть пострадал. Три части вот сюда, и сюда, и сюда вылетело. Три разных кармана? Да. Прикольно. А у Приганрекка ни один щелчок даже ни разу не повернулся. Ну ладно, попробую еще раз сильно. Но он долго держался, да? Очень. Поехали. 3, 2, 1. Счет 2-0, да? Нет, не догоняй меня. Или кто уже кого догоняет? Ты меня, и я тебя взорву. Если... Не знаю. Посмотрим сейчас. Ну, хотя что смотреть. 2-4-0. Сильно, хоть не сильно. Может быть, тоже как... Зато от этой битвы. О, даже один щелчок, да, повернулся? На два? То есть надо еще сильнее не запускать. Давай, поехали. 4-0, да, счет? 3, 2, 1. Давай-ка мы засчитаем это как ничья, потому что твой вылетел, мой разбился. Или все-таки... Твой первый. Мне поражение. 6-0, что ли? Да. Ну ладно, пусть будет 6-0. Я одну очку, я выиграл. Давай, 3, 2, 1. Круто, круто, круто. 8-0. Так, 8-0, и остался у нас один противник. Аматериус, правильно? Да. Попробую его разбить. Ну, хоть кого-нибудь. Давай. 3, 2, 1. Ну, выбил. Я видел. То есть он его прям выбил. Догнал и сбросил. 1-0. Один удар, да и все. Поехали дальше. Ну, не разбил, по крайней мере. Давай. 3, 2, 1. Два ноль. Смешно так выбивает. Ну, интересно выбивает. Поехали. 3, 2, 1. По-моему, он сам выкатился. Ну испугался. Да, тебя посчитается. Да, 3-0, испугался, мне кажется. Да. Наверное. Давай, 3, 2, 1, все. Так, 3-0. Надо просто... Опа, ну, неплохо. Плохо. Ничья, да. Материус тоже себя разбил. Мне кажется, его надо, мой вот этот волчок, надо направлять сразу на центр. И тогда он... Крутится, он же у нас защитный, да? То есть в атаке он, конечно, проигрывает. Безусловно. 3-0. 3, 2, 1. Так. Посмотрим, как твой нападет. Может быть, он разобьется при атаке на меня. Смотри, мой крутится долго, еще скорость хорошая, а у тебя уже скорость не очень хорошая. Ну-ну-ну, давай. Давай, за меня, Матерю!
Да нет, падай, Аматериус, падай, падай, падай потихонечку. И упал, ура! Зато я одну очко. Вот смотри, да, 3-1 счет получается. Смысл? Его надо каким-то образом на центр направлять, да? Давай, поехали. 3, 2, 1, вперед! Смотри, 3-1 счет. Сейчас, скорее всего, будет 3-2. Давай, Аматериус. Да не хватит силы. Не хватит у Аматериуса силы. Так, и что? Вот, смотри. 3-2. Видишь, какая хитрость. Я тебя все равно взорву. Взорвешь меня, уверен? Да. Ну, посмотрим, 3-2. Сейчас надо сделать 3-3. Давай, поехали. 3-2-1. Вперед! Ехал с центра мой. Ой, а что у тебя отпало? Крутился, и у него рамка. От такой скорости. Рамка отпала. У всех отпадают от такой скорости. Так, это было у нас 3-2 счет, стало 5-2, да? Да. Ну, мне маленько не хватило, то есть не получилось мне центр занять, твой меня выбил из центра, и все. Ну, поехали. 5-2. 5-2, давай, 3-2-1, вперед! И опять, по-моему, будет то же самое! Yeah! И у тебя то же самое, смотри! Как он крутится, смешно! Ну-ну-ну! Прикольно! Давай еще, знаешь, с кем? Давай Реквиума запустим. Мы его поставим в режим... Держи, защиты? Да, по-моему, да. Еще одна защита. Один бой мы проведем. Два защиты. 3, 2, 1, вперед! Что случится в этом случае? Смотри, немедленно крутится, но... Бесполезно! Такой интересный волчок. Ну, может быть, как-то им говорю, тоже надо научиться. Может быть, от него какую-нибудь детальку. Вот драйвер мне у него очень сильно нравится. Если кому-нибудь другому какому-нибудь волчку поставить, будет вообще интересно. Прикольно? Побились. Прикольный волчок, всем пока. Всем пока. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока. Пока.